Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую простых гостей, подписчикам крепко жму руку. В этом видео мы с вами распаковываем очередную посылку, небольшую и очень легкую, с сайта AliExpress. И на этот раз у нас будет категория «Спортивные и солнцезащитные очки». Что ж, и сразу после заставки канала погнали! Ну что ж, очки. Пришла очередная посылка, недорогая, обошлась всего в 65 рублей, что примерно $1 равняется, но добиралась долго, 58 дней, еще бы 5-10 дней, можно было бы за посылку пытаться возвращать деньги. Так, посылочка эта была заказана по случаю. Вы знаете, что я уже некоторое время назад приобрел электросамокат компании Xiaomi, активно перемещаюсь. Вот сейчас в летнее время я обнаружил, что при перемещении, ну, достаточно большой скорости, до 25 км в час разгоняется самокат, всякая мошкара и прочее летающее в воздухе попадает регулярно в глаза, и надо однозначно чем-то защищаться. Вот для этого, собственно говоря, эта посылка была заказана. Давайте с вами посмотрим, что это у нас за очки такие модные. Подойдут ли они для решения поставленной мной задачи, то есть для катания. Сейчас мы все с вами и увидим. Я уже некоторое время назад заказывал одни очки поляризованные для вождения. Оказались достаточно неплохие очки. Кстати, ссылка на то видео вот здесь вверху я размещу. Посмотрите, кто ездит на машине. Мне лично очень нравится. То есть глаза реально намного меньше устают при вождении. Так, это, в принципе, что-то наподобие, наверное, но, наверное, они все-таки не поляризованные. Сейчас мы все увидим. Так. Так. Угу. Ну да, у этих очков, конечно же, имеется более такой спортивный вид, какой-то такой наклон. Вот, пришли они в целости. Так, дужки открылись хорошо, все в порядке. Так. По-моему, прикольно. Надо будет, конечно, опробовать. Также здесь UV Protection 400 заявлен. То есть, в принципе, это тоже защита от ультрафиолета, как минимум. Поляризованы они или нет, по всей видимости, нет. Ну, собственно говоря, лично для этой задачи, для спортивных всяких похотушек, это, наверное, не требуется. Вот такие вот очки. Чуть позже я смогу поделиться своими впечатлениями относительно удобства их применения для именно для каких-то покатушек. Вот сваливаются, не сваливаются, насколько в них комфортно и прочие всякие вещи. У кого также есть вот такая моделька, обязательно тоже поделитесь своими впечатлениями. Практические впечатления, это всегда полезно. Вот, ну а я, наверное, видео буду это заканчивать. Хочу вас поблагодарить за просмотр этого видео до конца. Если у вас есть любые вопросы, конечно же, в комментариях задавайте, все пообсуждаем. У меня же остались только формальности. Спонсорами этого видео являются международные площадки AliExpress, Tmall и Gearbest. Список лучших товаров по моей версии, как всегда, вы найдете в описании к видео. Все, друзья, всем удачных спортивных мероприятий, всем удачи, пока!